зарегистрировали сегодня на семейную эстафету и комплекс ГТО. Вообще все классно, все здорово, все прошли быстро. Конечно, где-то были ошибочки, помарочки, но вообще получили очень большое удовольствие. Все понравилось, классно. В прошлом году было приняло участие более 35 регионов, приняло участие в марафоне более 10 тысяч человек. В этом году, представляете, цифра выросла практически в два раза. Огромное спасибо руководству региона, Министерству сельского хозяйства, да, Самарской области, Министерству спорта за то, что действительно подготовили шикарную площадку вот в таком экопарке.